Вагон, приветствует тебя в очередной серии Metal TV. Сегодня в выпуске я расскажу о релизе, посвященном выступлению в клубе Лев. Вот. Группе Торн Апарт, которая исполнилась в том году 20 лет. И моему проекту Егивальд. Вот футболка на мне, ты видишь ее? Сначала я расскажу о своем релизе, потом ты увидишь после выпуска, потом ты увидишь записи, видеозаписи, фото, коллаж, фрагментами выступления Егивальд, потом Торн Апарт, а потом ты видишь фотоколлаж с барабанщиком Амартом, вот, и Юлей, я и Юля, да, вот, кстати, и услышишь вот эта вот тема Metal Nikotism, это репетиционная запись с бас-гитаристом, который играл в группе Flash Gore. Вот. Но он не смог с нами выступить, потому что он уехал за рубеж тогда на заработки. Ну все, приятного просмотра. Подписывайся на мой канал. Stay fucking metal. Poison пропаганда. Будь человеком. Все, пока-пока. Так, блядь, Вархол в очередной серии Metal TV. Серия номер 183. После длительного перерыва я снова на экране твоего монитора, планшета, смартфона, айфона и твоего, короче, всего твоего. Рак звезд, ты, блядь, твою мать. Вот. Этот ролик будет посвящен 20-летию моего проекта Торн Апарт. Сори, камера барахлит, падла. Кнопку не ту нажал и уже все. Вся. Короче, диск издал я в честь 20-летия своего проекта Торн Апарт. Тут два бутлега Егивальд, вот логотип. Логотип я сделал еще в 2018 году. Вот. И Торн Апарт. В ЛФ-клубе проходило все это. Что я хотел сказать? Играли мы вдвоем, да, и в Торн Апарт, и в Егивальд. Сейчас в Егивальде и басист есть, вот, так сказать, да, и барабанщик есть тоже, ну, барабанщик только студийный, вот, то на парте у меня басист есть, я на гитаре, два вокалиста есть, да, один вот скрим и роу, вот, я пригласил Сблидинг вокалиста с Грулом и вот с Бетула где там еще наиграл, короче, куча проектов у него, что вот это слов, да, вот, вот так выглядит диск, оформление диска, покажу. А эта песня играет студийная запись, потому что бутлег получился некачественный, потому что у меня не было денег, людей пришло не так много, потому что до этого был трибьют, посвященный Linkin Park, этот конченый, блять, этот мазерфака, вот, у нас любителей тяжелой музыки мало, и пришло человек 60, да, вот.
Поэтому записали на смартфон все. Видео я как бы тоже не записывал. Ну, вот деньги нужны, короче. Ну, короче, блин, в принципе, я и как бы против всех этих пиратских дел. Но это подарочное, так сказать, издание. Всего за $5 можешь купить, да, у меня с автографом подпишу. Если надо, родослов подпишет. Вот. Я его попрошу. Тираж всего 20 штук. Всего 20 штук тираж, да. Вот там плакат офигенный, то есть я прилагаю, так сказать, фотки к этому. После этого видео ты увидишь, точнее даже не так, сейчас вот появится ссылка в левом, правом верхнем углу, вот. Промо-версии для ознакомления. Вот так вот делаем, да. Ну что, еще хотел сказать. Там кое-что родослов меня прервал в той напарте. Хотя я лидер проекта, ну это, конечно, родослов. Что ты гонишь, блядь? Что ты вообще зазнался, ебаный? Я тебе работаю, помог, блядь. Да если не я, ты вообще, блядь, в жопе был бы. В России, в Раши, блядь, уже жил. Заебали вы все, блядь. Сука, на голову мне садится, блядь. Вот. Короче, там есть песня вторая по счету. Drink, да. Она посвящена группе Эмпатио. Все, пока-пока. Подписываться на канал. Теперь серии будут выходить постоянно. Пока. Yeah!
барабанщик, клавишник. Если кто-то там вдруг хочет играть, будет мне должен играть, то найдите человека, и пусть там один. Следующая песня, которую мы сыграем, называется «Когда я делаю шаг, грязь падает с моей подошвы». Thank you.
ВКонтакте, потому что вы же видите, что материал есть, играть надо, а играть некому. Вдвоем, ну как обычно, люди, блядь, в Киева приехали без барабанщика, потому что там, говорят, не можем найти. Так, в общем, следующая песня будет последняя, такая коротенькая, медленная композиция. В двух словах она о сексе с астральными сущностями и о том, к чему это может привести. Какими это? Ой, там ты уж сам можешь идти. Выбирай. Птички. Ни одна птичка не пострадала, мы с ним говорим. Птички. Кроме птичек, остальных астральных птичек выбирайте, думаю. Ну, поехали. На ваш вкус. Thank you.
My little boy.